Эпидемия ожирения и сахарного диабета. Многие говорят о Штатах, что у них там проблемы с весом, а мы живем в раю. Но если посмотреть на статистику, то она неутешительная и на реальную практическую деятельность. Я вот, например, работаю в Узбекистане, и столько сахарного диабета я не видел за всю свою практику. Целыми семьями, начиная от бабушек, дедушек и заканчивая детьми, ну детьми старше 30 лет, имеют сахарный диабет второго типа. Это настоящая катастрофа. По последним данным, 56% населения Узбекистана имеют избыточный вес и ожирение. Если говорить о Штатах, то там на 10% больше всего лишь. И сахарный диабет, я данные не нашел новые, но если посмотреть по динамике, то примерно можно предположить, что это около 20% населения с выявленным сахарным диабетом. А сколько невыявленного? Те, кто живет в деревнях, в инках, которые и знать не знают, что такое диабет, и гибнут от него, то примерно реальные цифры – это где-то треть населения страны. Треть населения страны имеет диабет. Это же эпидемия. А все из-за чего? Из-за еды и образа жизни. От того, что мы обезумели, видя еду, и для нас она является культом, и мы не можем себе отказать. И мы портим свою наследственность, передавая ее будущим поколениям. И таким образом мы обрекаем наших детей, наше будущее поколение на страдания из-за хронических заболеваний. Так что прекращаем есть, друзья.